Снова в мир вторгается зло. Где ты, Скричер, время пришло пробудиться. Будем биться. Как нам в батле храбрыми быть? Скричер, диски где раздобыть? В мире этом дай ответ нам. Дикий ветропоток ревет. Скричер, пламени магнушон. Взрыв энергии не померкнет на пути. Дикий солнечный заряд. Скричер, молнии разряд. Это время тьму развеять, мир спасти. Давайте, скричеры, вперед. Пусть смелость нас не подведет. В битву эту за планету сердце нас зовет. Своих друзей мы соберем. Имени скричеров найдем. И если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. И если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. Дикие скричеры. Взросление Яши. В предыдущей серии Яша присоединилась к команде скричер-гонщиков. Из-за очередной неудачи Раф и Деваурин Пантер вызвали гнев Абадона. Они разрушили арену и столкнулись с сыном владельца по имени Арла. Абадон обманул Арла и его скричера Лайтнинг Райна, заставив принять в себя темную энергию, а Ринга и Ксандера считать врагами. Ринга! Как идет подготовка к празднику? Не волнуйся, Ксандер, все готово. Яше понравится, обещаю. Я большой молодец и могу себя наградить. Еще не все в сборе. Но Яше можно звать. Ксандер, лучше ты сходи, а то я боюсь случайно ее расстроить. Хорошо, но пока мы не придем, торты не трогай. Не волнуйся, братик. Мои десертики. Яши. Яши. Ксандер, Яши. Ринга, ты начал есть без нас. Я только чуть-чуть попробовал. Уже не важно. Ты Яши не видел? С девчонками всегда сложно. Что? Она только что была здесь. Тут записка. Ксандер и Ринга. Я не смогла связаться с папой и теперь очень волнуюсь. Я проверю, как он, и сразу вернусь. Не сердитесь, пожалуйста. Связи все еще нет. Сам Блейстер, беги скорее, я очень волнуюсь. Ладно, Яши, держись крепче. Хорошо. О? Без папы Яша заскучала. Но почему она не смогла связаться с ареной? Вдруг что-то случилось? Я посмотрю через глаз Арканы. Что? Почему все серое? Вся энергия с арены куда-то пропала. Это Раф и Пантер постарались. Яши там совсем одна. Надо ее догнать. Ксандер, подожди меня! Лорд Абадон, мальчишка еще жив. Забери его на корабль. А если ты даже тут опять напортачишь? Я все сделаю, не сомневайтесь, мой лорд. Папа!
Где ты, папа? Папа! 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 Папа? Босс, это дочка владельца арены. Если мальчишку обнаружат, у нас опять будут неприятности. Давай-ка спрячемся. Эй, босс, полегче. Тихо. Кто здесь? Мы попались. Это все ты виноват. Это ты на меня наступил. Это я, Раф. А это опять ты. Я очень сочувствую твоему горю, девочка. Но Скричера ты мне отдай. И поскорей. Девауринг Пантер, нападай! Скричер трансформация! Хавейон трансформация! Разрывные снаряды! Яша, берегись! Яша, соберись! Санблэйстан! Яша, возьми себя в руки и помоги мне! Ты же хочешь отомстить за папу? Да, хочу! Я отомщу за папу! Санблэйстан, приготовься! Солнечные рога! Деваурин Пантер, расправься с ним! Горячо, босс! Сделай небесный разлом! Взять их! Санблэйстан, что с тобой? Я потратила много сил, пока бежала. Я долго не продержусь. Санблэйстан! Прости, Яша. Санблэйстан! Думаешь, я тебя боюсь? Девауринг Пантер, принеси мне Скричера этой девчонке! Да, хорошо, Макс. Яша... Сандер? Ринга? Яша, ты цела? Скажи, что тут произошло? Я сама приехала на руины, а мой папочка... Что? А? Это Раф! Наверняка его рук дело! Раф, ты от нас не уйдешь! Hellfire Tiger, взять его! Скричер трансформация! Трансформация! Разлом земли! Что? Он знает приемы? Девауринг Пантер, атакуй разрывными снарядами! Разрывные снаряды! Что? Хочешь меня одолеть? Не выйдет! Ты очень дерзкий! Чего? Так его, Девауринг Пантер! Airstrike Eagle, помоги!
Скричер трансформация! Кувырок трансформация! Дейлстрайк Игл! Удар ветра! Как так? Они оба используют приемы! Остановись, Дивовый Пантер! Босс! Голова кружится! Как эти двое успели стать такими сильными? Сейчас ты поплатишься за все, что сделал! Босс, что предлагаешь делать? Хватай мальчишку и бежим! Раф, ты куда? Даже не мечтай! Если я решил уйти, меня никто не остановит. О! Ну вот, они ушли! Яша без сознания. Нужно вернуть ее на корабль. Яши! Яши! Очнись! Давай, Яша, очнись! Это мы не уследили за ней. У Санблайстак повреждения, поэтому Яша в коме. Не паникуй, свяжемся с Джансоном. Эрсквейк Мамонт, ну что там? Это склады компании «Новая энергия». Здесь хранятся большие запасы энергетических ресурсов. Интересно, зачем компании такие запасы энергии? Ксандер, как у вас дела? Джансон, с нашей подругой Яшей случилась беда. И с ее напарницей Санблайстак. Нам нужна твоя помощь. Хорошо, я скоро буду. О твоей находке поговорим позже. Эрсквейк Мамонт, идем. Понял. Смогла сражаться в таких условиях. Точно. А где Санблайстак? Она уцелела? Санблайстак. Яши, ты чего ревешь? Гляди. Надо же, Санблайстак, ты в порядке? Спасибо, что защитила меня. А как же иначе? Джансон полностью отремонтировал Санблайстак. Это поврежденные детали, которые Джансон заменил на новые, а эти я выкину. Все, что содержит тяжелый металл, идет в контейнер для вредных отходов. А оставшиеся детали от окон, шин и крыши можно выбросить в обычный мусор. Там ему и место. Джансон, а можно я оставлю их на память? Санблайстак пострадала, защищая меня. И ее детали напоминают мне об этом. Яши. Угу. Тогда держи их и не потеряй.
Джансон, через Sunlight Heart мы видели, что Рафом командовал кто-то еще. Кто это был? У него шрам на левом глазу. Жуткий тип. Это был Абаддон. О? Абаддон был храбрейшим воином Легиона. Но потом он захотел власти и предал Легион. Он создал темную армию, способную воевать по всей вселенной. Он хитер и очень силен во главе своего войска. Он атакует планеты, мечтая покорить весь космос. И Раф его подчиненный. Абаддон. А чего этому Абаддону нужно от нашей Земли? Ядро Арканы, а оно хранится на Земле. Ядро Арканы? Вы правы. И вы не ослышались. По легенде, во Вселенной есть 6 ядер Арканы, обладающих невероятной силой. Одно ядро сделает тебя самым могущественным во Вселенной, а все 6 позволяют управлять ей. Эти 6 ядер хранились на 6 планетах, в 6 разных уголках Вселенной. На Земле именно ядро Аркана обеспечивает постоянный приток энергии. Если Абаддон заберет ядро Арканы, на Земле не останется энергии. Случится экологическая катастрофа, и планета перестанет существовать. Как посланник энергии, я долгие годы боролся с Абаддоном. Но он уже нашел и присвоил несколько ядер Арканы. Его мощь постоянно растет. Последнее ядро Арканы хранится здесь, на Земле. Поэтому мне нужна ваша помощь, чтобы защитить планету от войска Абаддона. А где именно хранится ядро Арканы? Мы не отдадим его злодею! Ксандр, ты говорил, что глаз Арканы показывал тебе красный кружок. Он обозначает положение глаза Арканы. Он находится в храме. Чтобы попасть в храм, нужны 12 скричеров. Нужно собрать их все. Надо же, какая важная у нас роль! И не забудьте меня! Скричеры объединятся! А, давайте спрячем скричеров по всей земле. Тогда Абаддон их не найдет. Абаддон день за днем подчиняет землю себе. Я думаю, он скоро найдет ядро Арканы. Верно. Нужно найти ядро Арканы раньше Абаддона и запечатать его, чтобы оно не представляло опасности. Ну, раз храм отмечен кружочком, давайте отправимся прямо туда. Во-первых, при таком масштабе карты в кружочке может находиться до 100 Батл-Сити. Во-вторых, чтобы открыть храм, необходимо 12 скричеров. Сначала нужно бы их все собрать. Угу. Джансон, мы непременно найдем все 12 скричеров и победим Абаддона. Найти скричеров непросто. Сперва некоторым из нас неплохо бы прийти в себя. Джансон, я тоже буду сражаться с Абаддоном вместе с вами. А? Яши. Раф и Абаддон разрушили мой дом. Я не позволю им разрушить чей-нибудь еще. Угу, да. Санблейз так хорошо восстанавливается, но броня тонкая. Этим враг и воспользовался. А мы можем укрепить ее броню? Послушай, дело не в броне. Давай научим Санблейз так уклоняться от ударов. Угу, поняла. Ксандер и Ринго устроят с тобой баттл. Давай посмотрим твои тактику и реакции. Яши, покажи нам с Ринго, что ты умеешь. Хе-хе-хе, Яши, и не жди поблажек. Начнем. Да, я не подведу Яши. Что с тобой? Посмотри! Санблейсток! А как же быстро ты проиграла! Я не закончила! У нас получится! Санблейсток, Яш, не мучайте себя! Нет, только трудные тренировки помогут нам стать сильнее! Я верю в себя и в Санблейсток! Не думал, что у тебя такой боевой дух!
Я знаю, ты очень сильная. Ксандер, Ринго, я стану сильной, как вы. Ты очнулся? Ксандер, Ринго, где они? Не беспокойся, ты встретишься с ними очень скоро. Переведено и озвучено Straight Pro в 2022 году. Роли дублировали Леон Автаев, Тихон Ефименко, Анастасия Филимонова, Ярослав Горнаев, Ислам Ганджаев, Петр Коврижных, Александра Курагина, Артем Затиев, Максим Якимов.